стране 62 444 пациента успешно побороли коронавирус. Ранее COVID-19 подтвердили у 67 808 человек. Лаборатории обработали без малого 1 300 000 тестов. Такие данные приводит Минздрав. В ведомстве заявили, Беларусь готовится ко второй волне пандемии. Новая вспышка ожидается в ноябре-декабре. Клиники продолжают пополнять запасы необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты. В палатах создают дополнительные точки кислорода. Реконструкция больниц, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19, идет с опережением. Во время второй волны коронавирусной инфекции перед медиками поставили задачу справиться силами терапевтических отделений.